Всем привет из Новой Зеландии. Сегодня мы на выставке у одного из моего клуба. Ждала, пока народ маленечко уйдет, потому что утром тут вообще не было ни пройти, ни проехать. Вот я со сцены сейчас маленечко снимаю, чтобы видно было объем. А потом пойдемся по рядам. Обычно в этом сезоне мало растений, которые цветут. И зима у нас очень такая интересная была. То, что не должно еще цвести, зацвело. То, что должно цвести, уже отцвело. Так что интересно. Сейчас пройдемся по рядам. Это у нас все, что осталось от продажи. Тут все битком было. Остались только эпидендрумы. Как ни странно. Вот с девочки наши. Вот эти мельтонии. Вот они хорошие. Но так как очень много солнца было на них, поэтому они желтенькие. Так что... Это означает, что они получали правильное солнечное питание, скажем так. Вот у нас осталось запах такой классный у мельтонии. Мельтонопсис, вернее. Ну, вот все, что осталось. Светик, это твоя ниша. Это мы зевали, тоже тут было битком забито все. Название я не буду читать, а то видео получится очень длинным. Вот. Очень интересные есть. Hello. Да, нет, прикалывается. Так, ну что, начнем с этого края. Это у нас такая вот маздевалия, а название не вижу. А, вот она. Маздевалия. Рубикон Халкин. Вот это мне нравится, маздевалия. Обалдеть. Светик, тебе такую надо. Так, это называется Майкура Дарк Стар. Очень красивая. Вот такая у меня прелесть дома есть. Это Плюросалас. Бонжисима. Так, стоп, у меня по-другому она называется. Ну, наподобие это есть. Вот. Ну вот, твинклы тут всякие разные. Twinkle Marguerite. Я, по-моему, себе такую купила сегодня. Давно хотела. Уистон. Ой, запах, ребята, это вообще обалдеть. Так, это у нас тоже Marguerite.
Так, это я не вижу название. Сейчас посмотрю. Вообще так нельзя. Это называется Oncidium, Chinfine Tiger. Сейчас меня за это штрафуют. Нафиг. Так, ну это, естественно, Oncidium Dancing Lady. Но они всякие разные названия у них есть. Но это Sweet Sugar называется. Этот я не знаю, что такое. Засынаю. Так, народу не было никого. Как я начала снимать, все, пошли, поехали. Ну ладно, ничего страшного. Так, это у нас такой вот классный Oncidium. Вообще он очень большая редкость у нас здесь. Так, как бы так вот поставить, чтобы он вот на него камера. И вот так он крутится, закрутили его вот так вот. Очень красиво. Так, это у нас тоже очень симпатичный Oncidium. Globulifera. Ну, вроде как Oncidium. Вот. Я так понимаю, что очень многие захотят это название. Мэйфия Уда Виктория Вилледж. Вот такой вот. Пошли дальше. Башмачки, башмачки. Мой любимчик Вилосум. Вот. Так, это вот большой цветок. Есть в два раза меньше цветок. Тоже Вилосум. Но там другой, скажем так, вариация, или как называется, форма другая. Вот это у нас Сукхалиай, тоже природник. Это первое цветение, насколько я знаю. Это моего друга Питера. Эти названия не буду показывать, потому что это все гибриды, а гибриды, скажем так, не так часто встречаются с таким же названием. Так что вот, это красиво растет в таком вот горшке, кругом, плоском, и вот такие вот. Три. А это фипс. Он у меня растет такой вот, этот и вилосум. Вот этот вилосум. Он у меня растет в холодном помещении, в моем шейдхаузе, ну, в этом домике, который не отапливается в теплице. Вот, и очень даже хорошо растет. Скоро цвести будет. Так, дальше. Котлейки. У нас кто у нас? Лис Руби. Тут, насколько я знаю, есть Чоколад Дроп. Мой любимый, потому что из-за формы цветка и цвет тоже. Это первое цветение вот этих три растения. Это вот класс такой, что первый раз зацвели.
Поэтому тот микс, вот этот мне нравится. Руби Купер Квин. У меня два их маленьких растения, не знаю, не потому что они каждый сеянец цветет по-разному. Мне интересно было посмотреть, какие у меня будут. Вот это вот такая коклейка. Как она называется? Хавайан Сплэш Ли. Вот. Вот такой вот букетик. Вот это красивый букетик получился. Интересный. Упс. Гурана Фай. Вот это вот сиреневое. Вот то, что вот на камере показывается розовое, а на самом деле сиреневое. Такое вот лили... Лайлак, если можно сказать. Something blue delicious. А запах. А этот тоже интересный. Dallas Success. Да, кстати, ребята, те, кто... мне комментирует, что дизлайк за то, что названий растений нету. Я думаю, что я это переживу. Не всегда есть возможность останавливаться и фотографировать или показывать название, или комментировать название. Потому что иногда у меня просто полчаса пробежать быстренько по рядам. И снять видео. Так что можете ставить сколько вам угодно дизлайков, мне как-то параллельно. Да. Я надеюсь, что человек, который мне это написал, узнает себя. Мало, если честно, ну так, не очень, но покажу уж, да, раз мы тут проходимся по ним. Сейчас я на другую сторону перейду, потому что там есть один хорошенький такой фал, миниатюрненький. Вот. Ой, такой прелесть такая вот. Этот без названия вообще. Ну, такой махонький, крошечный. А так ничего особенного, если честно. Фала стандартная. А тут у нас вот такая вандочка. Вандочка. Сейчас название, по-моему, есть у ванды. Но это из этих ванд, которые... Чиба Синга, Аскоцендра. Аскоцендра, ну, потому что вон листики он какие. У самой ванды листья более плоские и шире. А у этой узкие такие, как в трубочку, что ли. Вот. Ну и сама она такая более изящная, более тонкая. Ну, тут вон такая красавица. Сейчас как бы ее так заснять. Так жалко, не передает правильный цвет. Но вот здесь вот он более такой темно, не синий, а темно-сиреневый цвет. Это называется Pinky Red Sublime. Но тоже, естественно, из вандовых. Этот Зикапитал, он тоже запашистый. Я сегодня зеленый себе макияж, по-моему, называется, купила. Этот Kiwi Beach.
Вот, и я сейчас покажу вот этого красавца. Вот у нас такой вот красавец или красавица или каста. Сейчас название посмотрим. Инди Истон Ротаруа. Опять же, вернусь к названиям. Допустим, Инди Истон Ротаруа – это чисто новозеландское название. Так что я бы на месте некоторых не парилась с названиями. Так, вот этот красотун, сейчас я название не помню, Лепарис, как-то не помню, называется. Такой вонючий, ну такой прикольный, такой вот цветочки. Сейчас попробую, у меня такой просто есть, от Рона осталось. Вот, цветочки вообще как непонятно. А, Лепарис лефлекса, ну такой вонючий. Так что, если кто-то себе купит, лучше к нему близко не подходить. Так, Светик, тебе такую мазь девалю надо? Скобина. Куда ни глянешь, лирой растения. Молодцы. Они у нас самые такие популярные, самые знаменитые со своими котлетами, со своими... Вот так. Это у нас вот такой вот красивый такой. Так, это у нас, это моей подруги Барбары. Так, сейчас название посмотрю. Провасалис Мачидана. Очень прикольно. Очень прикольно. Вот такое вот растение большое. А этот у нас Variabilis Maxillaria. Он у меня, по-моему, не перестал. Мой, по-моему, не перестал цвести. Может, там на месяц второй. И все. Желтый что-то не цветет. А этот красный, ну, просто прелесть. Причем живет на улице. Вот смотрите, этот... по-моему, я знаю, это чье. Да, Маурин. Вот она у нее на улице стоит, посадила в этот, и стоит себе. У меня в горшке. Разросся так, что мне надо его уже пересаживать, он вываливается из горшка. Так, вот и такой вот у нас был уже, не помню название, Скайбах. Достаточно большое растение такое. Так, это у нас целогиня Томентоза. Тоже одна моих любимых. Вот, моя в этом году одна зацвела тремя гроздями вот такими вот. А вторая двумя. Вот, это у нас, по-моему, Грекум. Сейчас я название посмотрю. Грекум. Ой, Грекум, Айрангис. Элисиай. Это Аня и мои подруги. Цветочки я сейчас покажу так поближе. Тяжело очень показывать, потому что так свет
плохой здесь очень. Я даже не знаю, как показать, что ли. Отвыкла я снимать видео. Красиво, красиво очень. Вот. Тут Максиллярия пикта. Красавица. И прям люблю я пикту. Со своим запахом. Но это вот еще небольшой растение, но как бы оно разрастается, ну очень прикольно. Так, что-то это не перевернули. Вот пикта. Вот. Ну эти дендрокалумы. Вот этот очень сильно запах у него. У меня, я аж прямо же задыхаюсь, если честно. Это уникатум. Буду знать, чтобы я его не поворачивала. Ну, вообще-то я их не выращиваю, если честно. Свет, а смотри, вот этот какой прикольный. Мозечка такая вообще. Вон цветочечки. Прям крохотные. Прикольно. Калоптера. Ну, в общем, такая вот. Ну и Денема Польбоба. Вот она такая. Они лучше всего растут на блоке. Я даже не знаю, где моя Польбоба, если честно. Так, ну что, у нас еще чуть-чуть осталось. Так, ну и тут пару цимбидиум, которые самые такие у нас цимбидиум еще не сезон, но как бы самые ранние уже начинают цвести. Вот они. Вот этот вот классный. Вот это, по-моему, Рози Риберта. Так. Знаю теперь, где у кого взять такой. Хочу такой. Так. Вот это вообще шикарный цвет. Сейчас посмотрим, как называется. Уринга Пуинта. Не знаю я такого, ни разу не слышала. И вот. Вот такие вот. Так, а, вот еще пропустила. Сейчас что покажу. Это Виктория Ретина и Дендробиум. Он такой популярный, но просто он большой такой. Только цветочков на нем. Ну, может, когда-нибудь мой такой же будет. Мой цвел 3 раза в этом году. Во! Вот это самый близкий цвет. Еще темнее. Он сам по себе. А, ну вот еще что-то необычное покажу. Это у нас кетрагона. Кетрагона, как бы его показать так, чтобы он вот. Он маленький. Не могу я его. Вроде как нормально-нормально, а потом он как-то получается, что он умирает у меня. Что-то я не то делаю. Вот такой кедрагон. А вот еще кедрагон, ну как-то он то ли фаленопсис называется, я в них не разбираюсь, но он мне как-то и не совсем кликает, как говорится. Так. Сейчас пойдем посмотрим, что на местах осталось. Ну, в смысле, на продажу. Так. Тут у нас всякие гастрохилиус, или как это по-русски? Всякие бульбофилиумы.
всякие разные. Потом вот это вот, я не знаю, что это такое. Это что у нас, лекасты? Это все, как это называется, сидленцы. Ну, малютки, в общем. Сеянцы, вот как. Вспомнила. Вот. И, в принципе, цены так нормальные. Вот у нас у Ани что осталось. Фотку сделать девочкам. Это тут у меня подруга Аня. Так они там бизнес разговоры разговаривают. Вот белая лоэлия, как бы я так. Вот это обыкновенная лоэлия. Вот цимбидиумы. Это у нас эпидендрумы такие. Это сарки. Смотрите и завидуйте. Шучу, конечно. Сарки, сарки, сарки. Это у нас специалисты по саркам. Выращивают они просто шикарные сарки. Привозят, кстати, из Австралии, а потом в фласках, а потом здесь их выращивают. Так, ну а тут что осталось от котлей, это тоже у нас сеянцы маленькие. Дендробиумы. Всякие разные. Вот. И что осталось от котлей? Вот и все. На этом наша выставка закончилась. Думаю, надеюсь, вам она понравилась. Благодарю всех за внимание. Увидимся на следующей выставке через 2 недели. Пока-пока. Всех целую. Внимание. Пока.